Вот, дорогие друзья, когда я снимал видео, по-моему, год назад, этот Хилтон строился. Вот уже строится, сдали, работает. А рядом находится университет. А там я не знаю, что за здание. Короче, это перекрестка. Вот так вот изменился. А там Узбекнефть-газ был, если не изменился, так же, если стал, остался на месте. Это рядом сквера. Вот это университет. Я еду сейчас прямо. Рядом еще ближе. Хилтон снимать можно. Вот так она, короче, выглядит. Рядом KFC. Это Хилтон. А и сзади еще что-то строится. А это университет Вестминстер.